дней, когда я был депутатом Верховной Рады, она позвонила мне, я уже писал там в Фейсбуке, она позвонила мне и говорит, можно прийти поговорить. Я возглавил тогда специальную контрольную комиссию Верховной Рады по приватизации, и она пришла ко мне в кабинет, и я говорю, Амин, давайте с вами сфотографируемся. Она говорит, ну, только я рядом буду стоять, потому что я мусульманка, и ни один мужчина, кроме моего мужа, не имеет права дотронуться даже до края моей одежды. И мы действительно очень много общались. И самое главное, что, пусть это звучит чуть-чуть цинично, но я вам скажу так, что за это время я был депутатом, потом городским головой. Мы с Аминой очень много разговаривали, и у нее ни разу не было ни одной просьбы. То есть она никогда не просила ничего для себя. И всегда то, о чем мы с ней говорили, обсуждали, это всегда только касалось фронта, только касалось победы. Хотя, в принципе, я мог ей помочь. Достаточно большими всегда были возможности, но никогда у нее не было личных просьб. То, что касалось ее, то, что касалось ее супруга. И, знаете, я бы хотел сегодня, чтобы мы запомнили Амину, наверное, не как женщину-воина, потому что в памяти людской она, в первую очередь, будет жить как воительница. А я знал Амину другой, знал ее как человека, который мечтал о будущем. И на самом деле вот этот проект, помните, где я фотографировался, как волшебник изумрудного города в таком зеленом шутовском колпаке, только Амина могла меня убедить в том, чтобы я воспринял этот проект, и только она могла на меня одеть зеленый колпак, зеленый сюртук. И знаете, все думают о том, что она жила войной, она не жила войной, она жила миром, она жила Украиной. И в тот момент, когда она задумала этот проект «Каскино видео Украины», она хотела рассказать детям, понятным им языком, о том, что происходит сейчас в стране, и чтобы дети учились на красочных примерах, и тогда она могла своей силой слова, своим убеждением в этот проект, в том числе, привлечь очень многих знаковых людей. И не говорю за себя, говорю за всех остальных участников этого проекта. И этот проект будет жить уже сейчас, к сожалению, после ее смерти. Поэтому я бы, конечно, хотел, чтобы мы в первую очередь запомнили Амину как мечтательницу. Вечная память. Спасибо. Два года. А вот эта удивительная фотография, она с Майдана. 20 февраля 2014 года. Вот этот чип, расстрелянный, да. Молодой парень приехал туда. На Майдан буквально через 2 часа поедет. А Амина приехала, она в это время возвратилась на Майдан, у нее было тяжелейшее пневмония, и она переживала страшнейший синдром выжившего. Я сказала ей, значит, тебе не суждено было уже. Значит, живи для чего-то другого. Ты знаешь, куда есть смысл цели жизни. Это ее любимый кот. Снайперская винтовка, которую ей подарили. Когда она приезжала, как фонд снайпер на передовую, когда ребята отстреливали, вы знаете, что в РСУ стреляет не больше 800 метров, да? То, что у наших воинов не стало. Амина стреляла за 2000. Кстати, все курсы, которые она здесь училась, именно прошли в Дмитре. Лучшие инструктора обучали ее, знаете. Да? А вот эта удивительная фотография, когда вокруг посмотрел, он вспомнил, что это было на своем могиле. Вот она села там передохнуть в тени этого БТРа, наверное. И в этот день как раз он подарил ей. Когда ее спросили, что она хочет, она сказала, что она хочет от одной оружия. И ей тогда подарил Аваков Макаров. Гулливер. Он что-то не такой высокий, это Гулливер. Гулливер, замечательный Гулливер. Мы отсняли его тоже. А что ставим? Проект осталось Александре отснять Ярошу. И вот эту девушку, которую ты Гулливером возглавляет. Немножко написать в это возьмем все. И Аваков уходил, сказал, где сказка? Ну, что мы должны делать? Мы издадим как раз не рождения. Так, давайте сделаем. Я договорилась, знаете, с министром культуры, он был на выставке. Снищиков. Он сказал, я сказала, что такая сказка всегда во все школы. Закупим, чтобы она была во всех школах. Это абсолютно правильно. 1000 школ, 10 детей. Что это надо сделать? Давай. 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 Давай